пока у испанок, упражнение которых рассыпалось в прах. А следом на ковре появляются израильтянки. Вот при всем при том, что в Израиле по понятным причинам огромное количество наших специалистов, можно ли сказать, что у этой сборной все-таки свой национальный стиль есть? Есть. Вот несмотря на то, что половина сборной – это выходцы из России, да, которые учились художественной гимнастике у наших же тренеров. Опять-таки повторюсь, что с ними тоже сейчас вот команда на площадке тоже русский тренер. Поэтому передается что-то русское. Также и девочкам. Я об этом толкую. Но это узнаваемо ли сборная Израиля уже? Настолько ли они сильны, чтобы быть самобытными, неповторимыми, скажем так? Пока не закончилось упражнение, я тебе ничего не скажу. Отлично. Подожду полторы минуты. Ответ на мой вопрос понятен, да? Ну, собственно, вы слышите, как аплодируют израильтянкам? Даже, наверное, сборной Белоруссии хлопали не так громко. Может быть, правда, потому что... Не надо, не скажу. Так, может быть, просто потому что люди подходят и подходят. Или с таким, что называется, очевидным болгарским... Болгарским акцентом с таким, да, с легким. В чем он? В чем болгарский акцент проявляется в групповых упражнениях? Сейчас, вот я видела, это... Четкость движения, это синхронность и вот...